что если 0-100? Так, ну в общем, наша задача это ровно всем. Все делают 0-20. Серьезно, ребят, 0-100 мы, скорее всего, ну, не выведем, они пушат. Прям активно пушат. 0-20 есть, ребята. Можно начинать камбэк. Не, чересчур хардкорно, 0-100 это прям. А плюс они пушат, если бы они не пушили, а рофлили, да, возможно, было бы намного полегче. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если 0-100? Да, 0-100. 0-100. Если мы сейчас дадим фору врагам 100 фрагов, что будет тогда? Если 0-50, еле как мы выиграли со второй попытки, то выиграем Али... Выиграем Али 0-100. Сейчас мы это будем пробовать. Друзья, не забывайте посмотреть прошлый выпуск рубрики «А что если 0-50?». И, конечно, конечно, сегодня мы постараемся сделать 0-100. Будет ли это прям нереальной какой-то жесткой каткой? Или это будет что-то, не знаю, что-то 15-минутное, что нас просто сломают. Я, честно, не в курсах. Но я надеюсь, игра получится очень интересной. Поэтому перед просмотром данного видоса лайк, подписка и, конечно же, поддержать добрым комментарием. Добрым комментарием. Не забывайте также еще поддерживать ТГ-канал, где мы просто кооперируемся, общаемся. Ну и, само собой, залетать на стримы где-то примерно к 20-19 по МСК. Буду благодарен всем, если будете заходить. Ну а на этом как бы все выяснили. Готовимся к жесткой катке. Очень-очень-очень жесткая будет игра. Но ребята у нас берут. Сейчас сразу к Мандараки напишу и пошел фидить. Сразу закуплюсь себе. Закупи. Сразу. И выложи, если хочешь. Либо держи у себя. Так, ну что, поехали. Скуру я себе взял, значит, тут вот так вот. ТП-шечка, хилочка. Вот это пока выкладываем, нам это не нужно. И две веточки на сохранение. Все, погнали. Мандараки. Все, пошло, фит. Пошло. Так, ну, в общем, наша задача это ровно всем. Все делают 0-20. 0-20 все делают. Но не обязательно, у нас не обязательно условие, не, парни, не обязательно видеть кому-то. Ух ты. Видеть кому-то не обязательно. Главное просто сам факт, что персонаж сдох. То есть это будет считаться правильным. Это будет считаться правильным. Ух ты, блин. Не обязательно кому-то отдаваться. Хорошо, пойдем на дальнюю. Просто факт смерти. Или некро. Факт смерти должен быть просто. По факту. Вот персонаж сдох, значит засчитано. Засчитано. Ой-ой-ой, некро. Ах, блин, как ты здесь? Что ты здесь делаешь? Что он здесь делает? Ксост локс. Ксост рак. Жесть, монетки не дадут забрать. Так, ну 0-2 есть. 0-2 есть. Еще целых 18 раз фидить. Прикинь, где бы вы такой контент увидели? Просто перец на хиназисе сидит и фидит. Вообще жесть. Просто сидит и фидит. Левел не ап. Да, кстати, левел апать нельзя. Строгая, строгая тема. Левел апать нельзя. То есть максимум можно там монетку взять. Вот это да, это можно. Это можно. Это можно. Фига, Исеф сейчас ультракил сделает. Оп. Ой, ой.
Вообще, как он так СФ Рампагу сделал на нулевой минуте? Прикинь, чел на СФе будет говорить. Рампагу на нулевой сделал. Жесть. Рампагу на нулевой сделал. И пойдем. СФ, конечно, такое. Блин, как же клок солить тут будет, да, ребят? Это будет жестко. Видим СФУ, он дурак. Я хочу посмотреть, монетка есть там или нету. Нет монет. Все, пойдем дальше фидить. Да, это долго будет, где-то примерно к 12-15 минуте где-то будет только. А потом будем пытаться комбускать. Так, ну не убивать, убивать нельзя. Убивать нельзя. Блин, это так смешно на самом деле. Вот этот фид, главное забалансить, чтобы нас не это, не спушили. Так, золото у меня по чуть растет, да? Так, ТПшечка есть, погнали хоть с ТПшкой. Хорошо. Веточку еще до кучи. Пока есть золото, нужно что-то подзакупать. СФ, good luck. Мощно. Ой-ой-ой. Ой, сколько крипов собралось, жесть, прикиньте. Ну, то, что мы там будем пробегать, невзначай, там апнем экспу, это нормально, если что. Это нормально. Так, первый левел у меня до сих пор. Жесть, у меня самый слабый левел на карте. Да, как у них по левелу? Вот у Ризрака тоже так же. 0.4, 0.5, 0.6. У меня 0.5, еще много раз фидить надо. Потомник невзначай экспу апает. Блин, какой кайф, да? Вот невзначай экспу апать, это кайфово. То есть я вот иду, да? То есть я как бы иду, я иду фидить. То есть у меня нету сейчас задачи апнуть экспу. То есть я вот могу просто вот побегать. Смотри, клок сейчас умрет. Чуть не сдох. Так, ну убивать ты меня будешь или нет? Убивать ты меня будешь или нет? Хорош. Незначай апнул экспу, это хорошо. Невзначай, это нормально. Еще веточку. Потом эти ветки можно будет продать, если что. Так, тышечку будем вкачивать. Так, 0.6 есть. 0.6 есть. Ой, СФ там сфидил, что ли? Мне показалось, видели эффект душ? Ага, он 0 на 6 походу качнул, да? Ой, гений. Ой, гений. О, иду, иду, иду. Иду. Рампачке даешь? Давай. Рампачке давай. Рампачке давай. Рампачке давай, дядь. Рампачке. Уа! Держи рампагу. Блин, это жестко. Нифига там клок нарезатель, конечно. С арканами там. Блин, я забываю золото прочекивать, чтобы себе этот прикупить. Артефактик. Блин, не сломают. Пойдем внизу. Почилим. Да, жесткие. Че за рак на Фениксе? Рак на Фениксе. Видит по КД. Видит по КД рак на Фениксе. А чё, никого нету, мне чё тут? Фидить крипам, что ли? О! Исправлено. Жесть они, конечно. Мид не дал. Так, еще закупчик. Ещё пойдем вниз. Ксост виноват. Так, ну 44 фрага мы фору им дали уже. И у нас уже проседают товара, да, они просто пушат. И это очень плохо. В дефе можем не встать просто, потому что это будет очень тяжело. В дефе можем не выстоять. Ну, пассивные апанье экспы, я вот стою просто, да. То есть меня убивают. О, он мне еще рез увеличил. Ах ты. 45 сек. Рез, жесть. Рипера отправил. Вот это жестко. Но нас, скорее всего, сломают быстрее, чем мы
Сделаем 0-100. Они пушат. Они пушат. С мегакрипами, скорее всего, играть будем. Так, еще веточка. Хорошо. Да, внизу надо сейчас поселиться. Еще 12 минут. Да, фидим, кстати, здоровски. Надо не забывать веточки покупать, потом продаем, это дополнительное золото будет. Смотрите, 52, то есть 0,50 мы уже дали. 0,50 дали уже. 0,50 уже дали. Это такой социальный эксперимент получается. А скорее всего нас размотают. Мне тоже, смотрите, они просто в Т2 выходят, просто ломают и все. Ломают и все. Давай, давай, только не на рипера, пожалуйста. Только не на рипера. Убить можешь, но не на рипера. Убить можешь, но не на рипера. Есть. Блин, опять веточку забыл купить, да? Нет. Или нет? 0.10 есть, очень долго, вижу. 0.10 есть. 0.50-то, конечно, будет дико. Дико. Так, а нас есть чем отдефливать? Вроде есть. Вроде есть. Хорошо. Мне б телепортик бы. Давайте ТП возьмем. Пойдем там пофидим. Я так и не ударил, так и не ударил его. 0.75, да. Го, 0.75. Попробуем. Серьезно, ребят, 0.100 мы, скорее всего, ну, не вывезем, они пушат. Прям активно пушат. Да го 0.100. Го 0.100. Все же. Попробуем. Все, нет. До конца, начали уже. 0.100. Тут осталось-то 64. Кто-то больше свидит, кто-то меньше. Я так думаю, нормально будет. Веточку купить. Не успел ветку купить. Минус золото. Юсеф там на лоу хп стоит. Только не убей случайно его. Не убей. Он маску и дезволь взял. Маска дезволь, Юсеф. Смотри, вот тут уже надо дефить. ХГ идет, крыса, а? Тут ХГшка уже, да. ХГшка уже, конечно, нужно поагрессивнее так делать вид, что мы сильные. Хорошо, 0.13, еще 7. Еще 7 смертей мне, там по 5 у пацанов уже. Уже по 5. Пацанов там уже по 5. Но он пушит снайпер просто. Пушит. Просто пушит пацан на снайпе. Так, на рипер я не хочу идти, потому что некор. Он такой, он на рипер отсадит. Это жестко будет. Нифига снайпер мощный. СФ с дезолятором, с маской. Охлажу сейчас вот этого огненного. Ух. Хорош, что денаешь, не даешь пушить. Так, ну у нас товара, тут полторашка. Тут у нас еще нормально, более-менее. Так, 0.14. 76 есть, 0.76 имеется. Клоп с аганимом. Клоп. Клоп. Не дают ударить. Не дают ударить. Ветку опять забыл купить. Так, надо глифить. Надо глифить. Пушат. Ну, вот это, кстати, подписчик зашел. Он знает, что мы будем делать. Он будет руинить. Руинить. Так, исходя из того, что я вижу, что у нас сейчас уже ломится хайграунд, я считаю нужным сделать так, чтобы... мы сливали крипов хотя бы, потому что иначе нас просто сломают. Нас просто сломают иначе, в противном случае. В противном случае нас просто сломают.
Ой, СФ сфидел. СФ сфидел на 85. Ну ничего, он как бы сам под Т-шкой стоял. Он под товаром стоял, мы его не трогали. Мы его не трогали, все нормально. Но у нас ХГ падает тут уже прям. Крипов надо сливать, крипов сливать, крипов сливать. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, ну топ у нас сломали уже, да? Смотри, он бараки сразу ломает. Какой чел, да? Сразу бараки ломает. Чел знает, что мы делаем. Сразу ломает. Так, еще три раза. Три раза. Так. Ну, три раза еще сфидить. А умник че лагает? Блин, вообще все не по плану пошло. Не успеем, да? Нас, скорее всего, сломают. Сломают. Так, ну, 21-й. Найс. Ну вот это вообще не в тему. Вот прикиньте, какой у нас план на то, чтобы камбэкнуть. И мы должны играть в пятером. У нас есть определенная стратегия, выдуманная, да? А тут получается, что парень просто лагает и все. То есть у нас ломается все. Мало того, что... Вот эта вот тема, ну, неприятно. Так, две. Вот как крипов вот этих дефить будем, я не знаю, в колодец придется водить. Ломают просто. Просто ломают. Но, скорее всего, вот этот чел на подписчике сказал, чтобы... Они ломали. Надо зонить. Надо зонить их. Они просто тупо пушат. Хотят закончить эту игру. Вообще жесть. Хотят закончить эту игру. Так, я веточку еще купил. Так, ну две стороны. Жесть. И третью сейчас пойду, да? Нет, походу 0-100 это крайне тяжелая вещь. Тем более, когда просто сразу пушат. Они не церемонились вообще. Они просто идут и ломают, ребят. Просто идут и ломают. Просто идут и ломают. Так, но у меня остается тут один фражочек, да? На мне. Я могу побить и сдохнуть. Ох, косарь золота. 0.20 есть. Ребята, можно начинать камбэк. 3.101 сейчас, пацаны подфиживали, так как мои ребята уже некоторые вышли с 0.20. И смело заявляем, мы можем начинать эту игру. Поехали. Минус две стороны. Фора. Фора минус две стороны получилось у нас. Так, вот это все продаем. Смотрим на количество золота, которое у меня... О, шестой левел есть зато. Хорошо. Берем стик-сапог. Ешка-вешка. Хорошо. Можно дефить. Можно дефить. Так, гоу вардик поставим. Хорошо, все, погнали. Погнали. Дефить я смогу хотя бы чуть-чуть, у меня есть урон. Let's go. Я думаю, вообще нас так, блин, жестко запушили. Думал, вообще сейчас ГГ будет, ничего не получится. Так, лесочек можно. Лесочек. Мне главное сайленс, если что, еще давать. Сайленс даю. Ош. Хорошо. Фармить лайн. Нет, фармить лес на 14 минуте, когда минус две стороны. Вот это прям жестко. Ах ты, прикинь. Зафармил. Там некор идет, не рипера давать. А ну я умер, на рипера еще, от крыса, а. Так, ну ребята взорвались, дефят.
Минус 2. Нам вместе нужно, вместе надо. Вместе надо. Были бы в пятером сейчас, сейчас бы с Фениксом там перевернули бы. Да, что-то поторопились, пацаны. Нам ошибаться сейчас вообще нельзя. Ошибаться нельзя. Ошибаться нельзя сейчас. Снайпер бабочку купил. Жесть, там артефакты, бабочки, скади. Это тяжело убивать будет. Да, кажется, мы тут не за ДФМ. Феникса собьют спокойно вообще. Снайпер собьет, да? Или нет? Ой, корабль пошел. Промах, в смысле? В смысле промах? Там еще бабочка там. Фига себе, у нас там падают. Не, чересчур хардкорно, 0-100 это прям. Но плюс они пушат, если бы они не пушили, а рофлили, да, возможно было бы намного полегче. Намного полегче. Так они просто в пуш идут и все. Дизоль. Как будто у них задача именно запушить эту катку. Да, это чересчур жестко. Чересчур прям. Реально, есть жесткие катки, есть чересчур жесткие. Давай. Давай, давай, давай. Некро. Вообще жесть. Но вот с более-менее нормальными игроками это сделать очень тяжело. Там 60 винрейт плюс, я подбирал. 0-100 не вывозим. Методом ты. 0-100 много, долго и много. Получается 0-100. 0... Неужели 0-100 нереально сделать? Да не, 0-100 можно сделать, если они не будут чувствовать, что мы этот... Что мы как бы этот, ну... Ну вы поняли. Есть мне там пол хп влетело. Туши его. Жесть, это жестко, ребят. Ну что ж, первая катка у нас не получилась. 8-113, всего 8 фрагов мы забрали. И я не знаю, но это жестко. Это жестко. Будем пробовать еще. На этом останавливаться нельзя. Первый результат, он абсолютно никакущий. Но надо пытаться, надо пытаться. Погнали некстовую. Итак, ребят, создали мы некстовую игру. И немножко поменялся у нас состав. Мы заменили пятый слот. Не заменили, а он, к сожалению, ушел. Так произошло. Да, это Хейл. Сначала бан. Так, к сожалению, произошло так, что парнишка ушел. И мы немножко помыслили. И решили... Решили... Немножко поменять также персонажа. Я возьму себе Фуриона. Будем играть на Фурионе. Во-первых, чуть побыстрее подфидим. И будем смотреть уже. Будем смотреть уже, как будет игра идти. Бару забанили. Я не банил. Так, в общем, 0-100 попробуем сделать. А, еще у нас поменялся один момент. Я перезашел с другого аккаунта, и здесь уже не 4-5 КПТС, тут уже 1-2 КПТС и 40 винрейта. То есть посмотрим, какой контраст, и будут ли тут ребята... Ну, плюс тут еще нету подписчиков. Так что тут суеты, скорее всего, такой активной не будет. У нас будет немного времени для того, чтобы организовать себе какой-то спейс. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. То есть смысл такой, что, по идее, будет немножко полегче. Хорошо, уже хорошо. Уже хорошо у нас там Леор, ребята, 0-100. Делаем 0-100. Все-таки хочется попробовать сделать. Ой-ой-ой, смотрите. Шаман, шаман это очень жестко.
Кунка. Кунка на дефе хорошо. Корабль в бухту и все. Чтоб плотнее быть. Акашу или кунку. Блин. Милишники. Гокунку, да, немножко поменяем. Мидер рак. Так, че там взял себе? Хорошо, сапог. Погнали. И это не игра. Так, первый раз я сфидил, сейчас сфижу второй. Я следующий. Это, знаешь, умывальник. Все подходят к умывальнику и такие, я следующий. Хорошо. Че, ждем телепорт? Ждем телепорт, а я обманусь, сюда в Т4 полечу. Ух ты. Сам факт фида есть. Фиданул. Не игроку, но фид есть. Есть фид. А пусть пацаны сами забирают, правильно? Типа для них это пусть будет игра. Нас, как говорится, нужно поймать. Смотри, смотри какая, а. На тебе. На тебе. На тебе. Ох, отстану, увернулся. Побегаю. Ой-ой-ой. И панда тоже там зовут. Так, 0-4 есть. Быстро, кстати, на фурионе быстро фидится. Рош не считается, да. Но Рошан это совсем уж глупо. Рошан это уж совсем. Рошан это совсем. Рош это уже совсем не то. Так, ну что, ждем. Хотя нет, не будем ждать, погнали. 0.5 есть, 15 еще. Быстро фурион фидит. Почему это так смешно выглядит? Ха-ха-ха, 0.2 КДА. 0.2 КДА, это что вообще? Ты там Рики, Рики не хочу фидить. Гоалину фидить. Опа, меня поймали, блин, прикинь. Поймали меня. Меня поймали. Ща вот здесь нафидим немножко. Хорошо. Нет, только не это. От Криса. Пойдет. Так, 0.7. Лёрик с леса вышел. А мне? Такой, а мне? Ой, жесть. Ох, что-то Леорик. Нормально, крипы стакаются. Смотрите, что делает. Ах ты, Криса, видели? Видели, что делает, как левел грамотно он подапал. До товаров не доводите. Не, ну тут хотелось бы, конечно, подапать. Да, но надо уводить их. Либо экспа, либо... подожди, да. Но я тоже такой, невзначай, типа, экспу проапаю, да? Невзначай. Ух ты, смотри, какая. Подожди, веточку купить. Есть. Уф. А, уф.
Вот сюда. У меня совсем плохо все по XP. А, не надо. Не надо, пацаны. Не надо паники. Ух, он меня еще и поймал. Еще и поймал. Так, 0.9 есть. 0.9 есть, побежали. В меду столько пачек, да? Че там по левелам? Вторые, у меня первый левел. Но невзначай, если вы вот так вот подходите, да, вот сейчас как тавер суицидит и идете фидить, то там пару крипов эти, они вообще не в счет. Блин, и большого бьет, да? Крыса. Успею апнуть. О, второй апнул. Ой, как хорошо. Хотя бы чуть-чуть экспы апнул. Хотя бы чуть-чуть апнул экспы. Так, у меня 0.10 уже есть. 0.10 есть. Целина сейчас умрет. Стоит, лупит меня под тавером. Ребят, ну это не в счет. Ну я ее побил два раза, да? Но типа, блин. Так, у меня фазики, кстати, нарисовались. Пазики нарисовались. Я куплю, конечно, это золото я тратить не буду, вы чё? Она меня била и сдохла от тавера, это не в счет. Ну ладно, вы же захейтите в комментариях, как обычно, что я что-то делаю не так. Так иди сюда, ты чё, 1.11 у меня, к сожалению. Иди сюда ты. Ой, блин, не получилось. Пойдет, ну фазики. Чисто фазики купил, косарь золота прилетел. Так, 1.47, но я заруинил, счет красивый. Но 0.100 мы в любом случае делаем. Тэшку ломать надо. Можно крипов, кстати, в диапазоне держать. Типа отводить их постоянно. Почему бы и нет? Давайте где-то их подстакивать. Вниз, например, увести. Ну, два крипчика хотя бы. Что-то уже есть. Один крипчик, два. Два деда вниз веду. Мясо будем создавать на поддев. Ух, сколько там крипиев есть. Вот это вот так сделаем, да? Так, еще веточка. Пен, смотри, что делает. Поджигает крипов на эксп чисто. Я тут чисто подблочиваю, чтобы можно было... Чтобы можно было экспу собрать немного, невзначай. Ой-ой-ой. Сейчас вот это подниму еще. Ой, я злой. Душить. Ветку не успел купить. Да, максимальный фит еще там. Прутами. Так, ну 1.15, хорошо. 1.15. Ну 1.59. Жесть, я фиданул быстро. Смотрите, но у нас почти фит закончился, парни. У нас почти фит закончился. Спейса много. Товара стоят. Спейса много, у нас времени еще много, товара стоят. Давайте вот это отводить будем, наверное. Пойдем в миду, фиданем линии и крипов будем уводить. Крипов будем уводить. Хорошо. Это, кстати, грамотная тема, то, что крипов уводить. Это прям четенько, потому что мы таким образом уменьшим количество пуша.
Пойдем на топчик. Где там? Кто фидить? Кто фид хотел? Леор, брат, пофидить хотел? Пофидить. Хорошо. Пофидить хотел. Вот этих крипов уводим. Уводим. По всей карте поводим их чисто. Так, у меня 1.17. Опа, тут крипи. Хорошо. Вот это грамотная тема, рили прям. Еще с прутиков поднимем. Крипчиков увожу по максимуму. Как могу. Да, подталкивает меня. Хорошо. Отлично. Так, чуваки, куда пошли? Пойдем. На топе сейчас очень много крипов будет. Я чисто ломаю лайнинг. Жесть как. Вон они все на топе. Пойдем здесь еще раз уведем. Пиданем уведем. Хорошо. Сейчас крипы закончатся. Я их уводить буду. А, еще крипы пришли. Тогда мы держим их, пока вот эти пачку не сольют. И поведем тогда их. Хорошо, пойдем. Туда уводим их. Найс. Отлично. Блин, как же нам это экспу сохранит? Это такое, ну, косвенная фишка такая получается. Ух, шаман там змей поставил. Так, ну это 1.20, да? У меня 20 вот идет. Хорошо, погнали. Так, есть. Так, что там крипчики? Ага, там сейчас на топе суета придет. Вот тут вот это. Здесь встретим сейчас. Не успел. Вот здесь тогда встретим. Гоу, скайю фиданем. Этих уводим. Вон они в Т2 вышли все. Ух ты. Ух ты, 21 раз фидил я. Я пытаюсь забалансить. Сейчас 11. Смотри, там в мид вышли крипы. Я, получается, сноубол большой создаю. Так, я уже могу дефить. Фига Рики там оборзел. Ребят, по сути, я уже могу начинать играть. Я просто помогаю своей команде дальше подфиживать. Дальше подфиживать. Смысл в чем? Чтобы забалансить 100 фрагов. Хорошо. Есть. 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 Отлично. Все, погнали. Я могу дефить это уже. У меня 21. Я могу уже дефить. Рикимару не хочу, конечно, еще фидануть. Могу убивать даже уже. Могу убивать. Ух ты, Криса. Я подефаю. Моя задача сейчас главное дефить. Ребята уже заканчивают фит. Ребята заканчивают фит. Можно начинать играть. Но вот эта катка более такая реальная, потому что... Ребята не сильно торопились. Не сильно. Ух ты. Я умер еще раз, да? Фиданул. Фиданул 22 раз. Что там у нас? 19, 19. Все, сейчас ребята тоже включатся и начнется.
ГГ, 0-100 мы дали, ребята, 0-100. Ну, 1-100, там, к сожалению, от Тавара умер персонаж. И это очень-очень важно понимать, то, что сейчас... Ой, с Аганимом там шаман идет ставить. Прям в наглую ставить идет. Я сейчас буду дефать. Дефать надо. Дефать надо. Смотри, идет ставить просто в наглую. Надо вот этих посливать. Змей. Вообще жесть, они пушить будут сейчас. Хорошо. Ой-ой-ой, не надо. Хилочек на базе пригодится. Хорош, первых змей мы отдефили. То какая-то, блин, тдшка получается. Змей дефим. Хорошо, есть. Так, что собирать и как собирать, вопрос. То есть там Леорик. А, Феникса вытяну. Так, окей, цирклет. Давайте по чуть там. Шаман идет в ХГ. Ух ты, дядька, не фиди. Не фиди, дядя. Блин, спруты офигенно могли бы помочь в этой катке выиграть. Я их не качал. Я качал тройку. Я качал тройку. Оп, хороший, 1200, найс. Пойдет. Давай, жучь его. Ух ты, отблинковал, успел, прикинь. Ух ты, Лина. Отойти. Вот так сделаю, перекрытие, стяжечки. Ух ты, крышу перекрыл чисто. Стик возьмем, давайте, нулик. Будем просто уплотняться. Робо, тэпа. И, наверное, будем пользоваться ультимейтом такие. Давайте попробуем выйти в Маганим. Нам это, по идее, позволит получить такую возможность поддефливать. Нормально причем. Давайте ее. Лину. У нее стрик. Так, ты меня не души, дядь. Какие они жесткие. Так, ну сейчас давайте сделаем что. В дефе оставим. Ребята ресаются очень быстро. Это нужно понимать. Рики Башер, сия там, нифига себе. Крипчиков отведем. Хорошо, возвращаемся. Отлично. Кау закатился. Вот так, поджигал туда. Стрик, походу, сейчас заберем, да? Хорошо, забрали сюда. Давай, вот этого туда же. Хилишь? Спасибо. Ух, как же мне больно. У Фена лазер был. Ладно, Фена тоже собьют. Блин, Рикимару проблема. Скай сзади был. Ладно. Так, ладно, окей. Я могу вообще, знаете что, не фидить с командой, а пытаться как-то выфармить там. Пойти низ подфармить, да, то есть... А прилетать на дефы тупо. Прилетать на дефы. Давайте так и сделаем. Просто уйдем в фарм. Пойдем пофармим. Просто пойдем по низу, фарманем. Это на базу отошлем. Давайте парочку заберем. Но в этой катке немного получше. Немного получше. Два крипа дополнительно там оставил. Так, что соберем? Я так думаю, БМчик зайдет. От Рикимару. Хоть что-то он себе да нанесет, правильно?
Как думаете? Так, первый я замаксил. Первый замаксил, чтобы можно было держать в спрутах, там нет топоров. Хорошо, можно побить. Злой шаман, блин. Кассе там рейд-босс на шамане. Могу побить его. Жесть он. Лютый, конечно, шаман. Он змей подставил, хотя бы. Уже хорошо. Змеи тут будут. Змеи тут, это уже хорошо. Меня с молнией убивает просто. Вот так вот сделаем. Вот, блин, настигли меня такие. Ух, Рики, там бабочка почти. Жесть, как же он душит. Но сейчас, по сути, я виноват, что слил команду, да? Потому что все потянулись ко мне, а там Рики чисто. Блин, Рики на самом деле очень жестко режет. Слушайте, неужели это нереально сделать 0-100? Потому что мы вторую катку с таким бустом и сливаем. Реально, неужели это невозможно? Шаман сейчас сдохнет, классика. Опа, 39 золотых пришло за него. Походу нереально сделать 0-100. 0-100, походу, нереально. Давай, давай. Хорош, задушили. Beyond good like, дядь. Пойдет. Лёрика задушим. И ее туда же, вот эту. Блин, и кресты офигенно решают. Так, поинт-бустер купим. Так, это не моя кура, это моя, да? Это моя. ВГ на шамане это круто, конечно. Можно лотар попробовать, может, сделать. Лучше на отпуш сделаем. Нам все-таки отпуш нужен какой-то. Лучше с ним особо не это, не рисковать. С некстовым залетом лучше убить его попытаться. Он змей может просто воткнуть, обосравшись. Ребята там уже солируют. Хорош. Оу. Задушим. Какой же он плотный с ВГ. Ой-ой-ой, сейчас аганимными зарядит. Но я не видел ее. Эх. БМ, у меня же БМ есть, я не видел ее, чтоб нажать. Бард МБ. Вот здесь, вот здесь. Один вардик. Вардик один дропнул на базе. Вот здесь надо вард. Где-то уже точки, я буду пушить. Дефи норм сидим, он Рикимару, правда, по миду. Бабочка, жесть, как бабочку сливает. Но у нас магия есть. Магия есть у нас, магия. Магия у нас есть. Давай, давай. Хорош, задушили рейд-босса. Слушайте, ну, тут как-то вроде получается эту катку, да? Вроде как-то получается. И Рошана бьют. Да, блин. Хорошо. Души ее толпой просто.
Смотри, какая же она жирная. Жирная жесть. Еще 200. Феникса на Радиенс там надо. Пойдем Тэшку сломаем сейчас. У меня почти Аганим есть. Можно будет дефать хорошо. Деф хорошо. Все-таки спруты хорошо заходят. Очень много от зоны и... Крипы сами по себе тоже полезные. Эта катка интереснее уже. Походу 0-100 есть возможность тут сделать, да? Ну 0-100 сделали в любом случае. А вот выиграть с 0-100. Возможно ли это? Ну, все, гоним есть, нифига себе. Так, надо текать отсюда. Надо текать отсюда. Так, что-то сам тоже буду подваржить. Что-то сам тоже буду подварживать. Опа, фена встретили. И башер там, бабочка. Ребята, внизу помогу. Ох, как хорошо. Крипа сделайте мне большого. Босс встал, чисто. Хорошо. Это по низу тут отправим. Ой-ой-ой. А это страшно. Это страшно. Вот этого как пацана убивать, пока понимания нету. Этот пацан очень страшный. Вместе надо. Сейчас спрутов поднимем. Хорошо, отзвонил, не бьет барак. Вот тут жесть, какой деф у нас тут. Так, отведем, наверное, да? Ух ты, фена минус. Это плохо. Это плохо. Так, мид нам сломали, да, походу? Глиф есть. Есть вот такая вещь. Вот тут сейчас сделаем вот так, это крип скип будет. Как же он ошибается. И Рикимару туда же, и этого туда же. Хорош, Скай лопнул. Отойду. Ребята там работают на крипах, хорошо. А Лотар Сейдж можно сделать. Если там файт, Лёрика таки задушили. Ну хилочек нужен, как же нам нужно торопиться в этой катке. Какая же у нас тут суета. Это жестко. Ой, как успела она. 10 винрейта. Хорош, давай туда их нафиг. О, Фенус вышел. Потанчим чуть-чуть. Хорош, в инви зашел. Вот этого туда же. Топ падает, да? Ну и чё? Как он захилился? Хорош! Блин, как же мы дефим. Тигры. Просто тигры. Команда тигров. Чисто команда тигров в команде. В команде команда тигров. Ну вы как поняли, да? Так, Лотар Сейдж имеется. Я в молнию сейчас буду выходить. Начинаем камбэчить. Прикинь, да? Начинаем камбэчить. Как же шаман плох. Вай, хорош, забрали. Ну, шаман плохенький там, конечно. Жесть. Чувак, камон, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. У тебя дайва нету, брат. Ну, тебе ГГ, пиши ФФ. Тебе ГГ, пиши ФФ. Надо глимерочек хотя бы. Так, 16-й, это найс. Пиши ФФ, тебе ГГ. Молнию.
Летит сейчас. Хорошо. Жмешь кнопки. Умничка. Там Рики. Печалька, надо уходить, парни. Я на базу слетаю. Раз ты дал. Можно некрономиконов, кстати, тут сделать на характере. Так, у нас здесь тоже. Блин, Фурион очень хорошо контролит лайны еще. Вот чем кайф. Так, этот тут от деф пинул, да? Фурион лайны хорошо контролит. Я могу подпушивать и в то же время и драться могу. Вот Фурион идеальный просто для камбэка. Идеальный персонаж для камбэка, выразимся так. Идеальный. Пойдем вниз. Если что, ультом помогу пацанам. Там рейд босса, может, создадим. Нет, не создадим, но тут зато... О, хорошо. Лёрика лопнули. Нормально, я низ сломаю. Пацанов, тимфайт хороший. Лёрика лопнули. Да, эту катку я чувствую, что мы можем выиграть. Так, я тут подсломал, если что. На мид ТП дадим. Опа, Рики лопнул. А вот и я. Соми, он. ГГВП, камбэкнули, ребят. Камбэкнули. Вот так напишем. Хорош. Там Рики в спине, Лина. Удеремся. Хорош. Рейд босса создадим. Нужен рейд босс, ребята, тормозите ее. Эх, не успели рейд босса создать. Не успели. Ну, Т2 ломаем, тут под контрем. Рики, когда там? 26 секунд. Блин, это жестко. Прям жестко. Не крачей сделаю. Некрачей делаем, ребят. Некрачи зайдут, хорошо. Это очень жестко. Вот, и вот, и ай, мы уже мид ломаем. То есть нам ломали, а мы уже ломаем. Вот и мы уже ломаем. Ну, на базу надо слетать. Мид сломаю и на базу. Т2 надо. Ну, у меня там крип на топе затухает. Так, фена сбили. Там Радик еще пилить будет. Но они зонят. Я пока сломаю. Хотя бы барак один. Хорошо. Хорошо. Привет от Гринго, ля ты хейтер. Ты в гениальное видео, чувак, ты попал. Только что своим комментарием. Жесть. Все-таки, ребята, мы камбэчим. С 24-127. И опять-таки не стоит забывать о том, что там игроки были намного жестче, чем сейчас. Сейчас игроки более такие лайтовые. В этой катке находятся. 40 винрейт, 50 винрейт. Так что... Не знаю даже. Так что даже не знаю. Так, некрономикон и тройка. Некрономикон и тройка есть. 2600. Нифига, я ее не потяну, скорее всего. От этого пацана я, по идее, соло убиваю. Может попробовать, конечно. Го, попробуем. Не туда пошел. А Рикимару куда пошел? Вопрос. Вон Рики. Бабочка. Я не буду поднимать. Гоу мид. Поднимать некров не буду. Роша встал. Мы уже очень сильные. Прям... Чувствуется. Отлично.
Вот и низ от пуш появился. Да, кайф, Фурион офигенно заходит. Там мы можем в трон прям выйти, но... Это ж не контент. Давайте поднимем. Хорош. Сейчас с феном задушим. Отлично, Рики без байбека. Ух, Лина там душит. Лину можно, Лину. О, Скай сдался. Ребята, 0-100. Побеждаем с 0-100. Мега крипа бы создать. Хорошо, вот так сделаем. Вот это, конечно, жестко. Это жестко. А дальше что, будем 0-150 делать? Это невозможно. Это жестко. Слушайте, 34 фрага, 13, 35 фрагов. Даже с таким фидом они не смогли. Они не смогли. И это при том, что опять со второй попытки мы отписали это видео. Со второй попытки. Со второй попытки тоже. Но опять-таки зависит, скорее всего, тупо зависит от игроков. Если игроки более-менее хорошие, то шансов намного меньше, потому что они сразу идут пушат, они торопятся. А в этой катке, как вы видите, ребята не торопятся. И, соответственно, получают призовой в виде... Позорное поражение, да, когда вам дают фору 100 фрагов. Это довольно-таки позорное поражение, считаю, потому что это жесть. Ну и все, нам остается просто доломать. ГГ. Просто остается доломать. Вообще жесть. ГГВП, ребят. Спасибо моей команде за то, что, блин, создали такой контент совместно. Ребята, не забывайте поддержать лайком такие видосы обязательно. Да и вообще, в целом, все видосы, которые я пишу, прошу поставить лайк, потому что это продвижение. Жесть. Мы выиграли. 0-100 фору дали. 0-100 фору. Вы просто представьте, вы просто вдумайтесь. Мы дали фору 0-100, и со второй игры мы победили это. Прикиньте, это очень круто. Пишите свое мнение в комментариях, не забывайте подписаться на YouTube канал, ну и, конечно же, не забывайте поддержать ТГ канал. Ребятки, залетайте, буду рад всем. Ну а на этом все, с вами был Ксеназос, и до скорого.